Вот и подходит к концу зимняя пора, снежная и морозная. Уже стоит на пороге первый весенний месяц, март. Хотя из-за сугробов и снегопадов это пока мало заметно. В новом выпуске программы «Хочу сказать» мы спросим саровчан, чем им запомнилась эта зима. А мне очень понравилось, что наконец-то были хорошие морозы. Я люблю такой свежий воздух. Раньше до этого не было. Ну а то, что мне, например, автомобиль приходится раскапывать, это даже не так страшно. Вот, пожалуй, только этим. А вы знаете, я только с Турции недавно приехала. Поэтому мне запомнилось большим количеством снега, естественно. Кстати, факт. Морозы вот эти наши великие, это такие самые рекордные с 1945 года. Недавно факт прочитала в интернете, попался в ленте. Поэтому запомнилось морозами и большим количеством снега. Очень холодная. Ну, приятная. Зима должна быть зимой. Я думаю, да. Это радует, что такая зима. А когда плюсовая, это раз зима. Снежная, ясная, красивая, прекрасная. Чтобы было прекрасное настроение. Это самое основное в нашей жизни. Будет прекрасное настроение, будем мы красивые, будет жизнь красивая. Холодная, отличная зима. Самая настоящая русская зима. Во-первых, это не закончилась еще пандемия. Во-вторых, сильные морозы. Ну и в-третьих, снега, как вы видите, очень много. Вот такие самые серьезные отличия. Не обратил внимания. Совсем? Совсем. Очень тяжелый. Потому что этот вот коронавирус. И, конечно, все, наверное, чувствуют себя как в какой-то опасности, тем более пожилые люди. Мы ожидаем прививку и надеемся, что весной все это закончится. Очень хорошая. Давно такой зимы не было. Очень хорошая. И снега много, ну и вроде бы и так более-менее чистят нормально все-таки. Этой зимой как-то меньше ощущалась вот эта коронавирусная тема. Прошлой зимой все-таки больше нагнеталось это. Да, зима была, конечно, неказистой с этим, вот с коронавирусом. А так, в принципе, зима как зима. Я претензий не имею, я, слава богу, не заболела. С детьми и горку строили, и снежную бабу строили, лыжи. А в снежки играли? В снежки обязательно. Несмотря на то, что календарная весна уже на пороге, зима, как мы видим, свои позиции сдавать не собирается. И сколько еще нас будут радовать сугробы и снегопады, пока неизвестно.